На этой неделе наш земляк, чемпион мира по боксу Вячеслав «Ураган» Мирзаев, заявил о намерении принять участие в избирательной кампании 2020 года. Начать свой политический путь 32-летний спортсмен, уроженец и житель Магадана планирует с муниципального уровня, рассчитывая на поддержку горожан, среди которых он пользуется известностью и уважением. Почему боксер принял такое решение, он рассказал нашей съемочной группе в эксклюзивном интервью. Ну, я скажу, что такая мысль уже была давно и у меня, и у моей команды, да, которая помогает мне с профессиональной карьерой спортсмена. Ну, сейчас такая ситуация просто в мире, да, не только в России сложилась, что есть самоизоляция, карантин какой-никакой, поэтому спортивный мир спит и соревнования пока не проходят, поэтому почему бы и нет, есть время подготовиться и попробовать свои силы в политической гонке. Поэтому приняли решение, плюс у меня сейчас есть серьезная поддержка в лице Александра Чашина, это кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов Магаданской области Дальневосточная. Ну, в целом человек опытный, и переговоря с ним, мы решили, приняли общее решение, что нужно пробовать свои силы. Профессиональных боксеров полно вообще и в России, и в мире, которые соединяют эти две стези. Поэтому я считаю, что ничего такого сложного совмещать не будет. Сборы, они не каждодневные, да, то есть прошло пару месяцев, потом у меня есть перерыв, и я могу заниматься спокойно политической деятельностью.